Виндхам Дубай Марина, четверка. Очень много продаем этот отель. Около 7 минут до пляжа GBR. Blue Water рядом. Недалеко торговый центр Marina Mall. Рядом также находится марина с яхтами, где можно взять экскурсию, покататься на яхте. Недалеко находится колесо, также на Blue Water, но колесо на данный момент не работает. И, скорее всего, его будут разбирать, потому что что-то пошло не так после того, как колесо запустили. И принято было решение его разбирать. Или грунт начал оседать, ну что-то связано с неправильной технологией сборки. Недалеко находится метро. Метро находится буквально, переходите через дорогу, проходите 2 минуты, и там станция метро. 30 минут до центра, 40 минут приблизительно до аэропорта. Номера есть супериоры, One Bedroom и Grand Suite. Всего 493 номера. Также ходит автобус на пляж. Полотенца, зонтики бесплатно даются на пляже GBR. Также они возят в приватный пляж-клуб Riva Beach. Он находится на Пальме за дополнительную плату. Зачастую он выходит один из бюджетных в Дубай Марине. Здесь инфовстречи, небольшое кафе. Холл, магазины, несколько ресторанов, итальянский, американский. И есть также вегетарианское меню, банкомат, питание, завтрак, завтрак, ужин или фулборд. Интернет ловит на всей территории. Здесь кафе. Есть у них клубный лаунж на 31 этаже, спа, тренажерный зал круглосуточная, прачечная, химчистка. Это все есть на территории отеля. Шведская линия, здесь проходят завтрак, обед и ужин. Питание здесь вкусное, не сильно разнообразное, но все есть: кофе, чай, гарниры, рыба на гриле, паста, бифстроганы, паровые овощи, пиццы, десерты. Это обед. При заселении в отеле Дубая у вас будут брать туристический налог. Это зависит от суммы, зависит от звездности отеля. 4 звезды – это в среднем 4 доллара в сутки за номер. Если вы пройдете прямо, можно через мост, можно просто по улицам, то вы выходите сразу на пляж. Пляж здесь общественный, GBR. Я думаю, что все его знают. Вот одна из тоже моих любимых гостиниц прямо. Это гостиница Адрес. Адрес Бич. Панорамный бассейн у них на крыше.
что касаемо обмена валюты. Валюту лучше обменивать в молах. Здесь недалеко Марина Мол. Если вы обмениваете свыше 200 долларов, берите с собой паспорт. Вообще сейчас в России у нас можно уже купить в банках дирхамы. Если даже их не будет в наличии, вы можете заказать и нужную сумму для вас купить. Бассейн. Бассейн охлаждающий, так как на улице достаточно жарко. Бассейны в Дубае в летний период охлаждают. Вот прямо Шератон. Она старая гостиница, но первая линия. Вот адрес. Тоже со своим пляжем. Тренажерный зал. И спа. В спа заходить не будем, там люди делают процедуры, поэтому туда не пойдем. Спа мы все-таки зашли. Тут работает русскоговорящая девочка, которая вас проконсультирует по всем вопросам. Массажные комнаты, процедуры различные, конференц-залы. В отеле два здания. То есть, когда вы подъезжаете, вы видите одно маленькое здание, узкое такое. Это в этом здании находится бассейн. Вот мы сейчас в нем. И часть номеров. Когда вы переходите по мостику или внутри отеля, то вы уже попадаете в основной корпус основного здания. Но оно практически не разделено. Ну, то есть вы этого не замечаете. Но здание у отеля два. One bedroom. Это две комнаты, закрывающиеся дверью. Спальня. Номер без балкона. Гардероб. Ванна. Душ. Ванна. И зона второй комнаты. Диван раскладывается, но он, если сильно высокий ребенок, не очень удобно. Где вышли? В сложенном состоянии диван вот выглядит вот так. Наверное, 2 метра он, да? 2 метра, да. Категория номера Grand Suite. Он больше по площади, но тут нет раздельных комнат. Одна большая площадь. Зона дивана, зона отдыха. И большая кровать. Балконов. Балкон есть. Балкон в номере есть. Ванна. Душ. В номере утюг, гладильная доска, халаты, тапочки. Гарантированно балконы это только в гранд-сьютах. В первой категории балконов нет. И в семейном номере 50 на 50. То есть, если вам нужен балкон, пишите, мы это пропишем. И вам дадут номер с балконом. Что касаемо еще пляжного клуба. Июль, август, пляжный клуб на Пальме. Посещение бесплатно, то есть туда ходит автобус, и вы можете бесплатно его посетить. А с августа, с сентября, 100 дирхам на человека. Но из этих 100 дирхам вы можете 50 потратить на питание или напитки. Автобус ходит в 10, по-моему, выходит на пляж, возит, ну и также обратно. Еще не сказала вам про депозит. Депозита в этом отеле нет, но в других отелях Дубая у вас могут попросить депозит. Что такое депозит? Депозит — это вы
даете, например, минимальную какую-то сумму, которую требует отель, допустим, там $100 в день. Если вы пребываете неделю в отеле, то вы должны оставить $700. То есть вы оставляете эти $700, а потом, когда вы выезжаете, вам возвращают эти деньги. Но возвращают в дирхамах. Поэтому договаривайтесь, чтобы депозит был минимальный, или просите, чтобы вам закрыли мини-бар. Говорите, что вы будете платить на месте в ресторанах. Тогда может быть минимальный депозит.